Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет обзор на две вот такие лапши быстрого приготовления. Big Bon с соусом фоба и соусом том-ям. Заварим их и протестируем. Свое мнение об этом я вам расскажу. Показываю, что находится в каждом из этих пакетов. Давайте посмотрим сначала с соусом том-ям. Достаем. Все в индивидуальных пакетах, это очень радует. Вот так упакована лапша. Смотрим еще. Тут у нас соус том-ям и сублимированные овощи. Да, так, ну во втором у нас такая же картина, только с соусом фоба. Давайте вылаживать на тарелочке. Хочу сказать, производство Вьетнам. И я сейчас буду с пакетика вылаживать в тарелке. Надо взять нож. Накрываем крышками. И ждем 10 минут. Ребятки, надо помешать. И тут мешаем. У этой лапши запах просто бомба. Как в ресторане том-ям подают. А у этой просто крабовая мивина. Давайте попробуем лапшу фабо. Обычные рейсовые макароны с соусом. Давайте пробовать том-ям. Намного вкуснее. Тут очень ярко выражен вкус соуса. Мне очень нравится, что тут в отличие от мивин, всяких дошираков, что тут понабухала петрушка, лук, все очень красиво. Реально есть овощи. Ну что, ребята, я могу сказать. Явно выигрывает вот это вот. Том-ям. Советую брать том-ям. Эту не советую брать. Да, это, конечно, не ресторанное блюдо, но побаловать себя вредной пищей иногда можно. Брал я эти мивины, лапши. По 15,50 каждая, это примерно 40 рублей. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем до новых встреч!